Окей, друзья, давайте посетим Дэна Хагера. Привет. Я надеюсь, я правильно твое имя запомнил, да? Баги. Выглядит не очень, но если приделать к нему пару пушек, то можно хоть кого валить. Ну что, готов поработать еще? Так ну, всегда готов, Дэн. Бандиты захватили блокпост на въезде в каньон. Хотят отрезать нас от большого города на востоке. А это неприемлемо. Я уверен, нам пригодятся твои навыки в подрывной работе. Сделаешь это. Я даже одолжу тебе свою любимую снайперскую винтовку. Ох ты. Расщедрился-то как, а? А может сразу мне даже снайперскую винтовку? Мне тогда и сделать это легче будет. А, смотри, он говорит, вот моя снайперская винтовка, найди какое-нибудь укрытие на дороге. Да, он сразу мне даст снайперскую винтовку. Вот немного взрывчатки. Размести ее на воротах и беги. Удачи. Слушай, Дэн, спасибо тебе большое. Здорово. Снайперская винтовка хороша для того, чтобы снимать врагов на расстоянии. Нажмите А в режиме прицеливания для максимального увеличения. Типа так. Нажимаем А. Угу. Ну, прикольно. Дэн славный малый, знаете ли. Я пока все равно пистолет возьму. Кстати, погодите, а может быть мы просто купим патроны для винтовки? Друг, пришел взглянуть на товар? Да, Халек, дай, пожалуйста, говорить? Мне припасы, патроны. Вот, снайперские патроны, да? Побольше прям сатенчик. Не знаю, нахера. Пусть будут. И картечь еще. Нормально. Да, наверное. Ладно. Кристалл филтрита, кстати, ценится очень плохо у Халика. Но это, наверное, потому что развод какой-то бешеный. Потому что мне вот рассказывали, что кристаллы это, эти вещи очень хорошие. Хотя рассказывал, конечно, вот этот психопат Феликс Хагер. Ну ладно. Будем ему верить. Пока причин не верить нет. Ну что? Первая поездочка на баге. Почти так же волнительно, как... Смотри, не лекач. Как первый съеденный апельсин. Как первая поглаженная... Ах, ты ж ядрёт башмак, ты чё? Зашибись. А чё было-то, слышь? Я что-то неправильно понял, наверное. Наверное, да. Наверное, все-таки не зря мне дали снайперскую винтовку. Да. Разогнался, блин. Они вообще всех убивают, кто подъезжает к блокпосту. Ни хрена себе. А где, интересная контрольная точка была? Узнать у Дэна, чем еще можно помочь. Вау! Вау. Считай, в самом начале. Ладно, это я вырежу. А ты не лихач. Не лихач, хорошо. Слушайте, а смысл тогда нам на баге ехать, я не знаю. Я сохранился, кстати говоря, тут недалеко, на всякий случай теперь. Я так полагаю, смысла в этом вообще никакого нет. Давайте выйдем. Лучше за баги это делать, на самом деле. Ну-ка. Они будут выносить мои баги, да, так? Эй, вы там? Кто же вы? Это же человек. Вот, я же говорю, это же человек, ё-моё. Он же за пулеметом и сидит. Вот он, еще один человек. А вот еще один человек. А почему вы меня не видите и не стреляете, а? Так, я что-то не понимаю. Почему ты не умираешь, друг? Ч?
щетка же в голову тоже стрелял до этого. Вот так. Maybe кто-то еще? А, вот вышел. Здрасте. Ну вот видите, уже 10 патронов потратили. Так, стой, 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 стой. Кто стреляет? Территория безбашенных. Во, вот, я этого ждал. Если честно, я все равно не вижу смысла подъезжать туда на баге, но я таки это сделаю. Ясно. Сосед проснулся. Соседи, они, знаете ли, такие. Никогда не знаешь, когда их ждать. Где мне можно и сюда? А что это за место? Нет, не могу никак открыть. Так, 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 так. Ха-ха-ха, здорово-то как. Погнали, сообщим Дэну Хагару. Его снайперская винтовка очень сильно помогла мне. А ты неплохо смотришься. Хочешь посоревноваться в заезде? Тогда возвращайся, если не трусишь. Конец связи. Мастерская Дюрара. Смотри-ка, можно починить себя. Цена ремонта 3 единицы. Ну, типа, почему нет? Привет. Я тут придумал устроить заезд на время. Хочешь попробовать? Да, я думаю, хочу. Ничего особенного. Мой обычный маршрут. Вот что. Если ты побьешь мой рекорд, я установлю на твой багги турбонаддув. Хочешь попробовать? Да, я же сказал, да. Если побьешь мой рекорд, я дам тебе ускоритель. Это ж будет отправиться к месту. Покинуть зону задания. В смысле? Подожди. Стоять. Это у меня какое-то другое задание есть, наверное, да? Рассказать Дэну Хагару. Давай сначала расскажем, а потом уже гоночки там и прочее. Отлично. Знаешь, благодаря тебе тут стало гораздо безопасней. Мы твои должники. Теперь стало безопасно, и мы с тобой расстанемся. Хотя действительно жаль. Нам бы ты реально пригодился. Такие парни очень ценятся в этих местах. Но ты слишком выделяешься, и рано или поздно правительство придет за тобой. Хотя... у меня есть еще одна просьба к тебе. Внимательно слушаю. Мэр Клейтон, глава города Источник на Востоке. Мне нужно передать ему письмо. Только ты можешь доставить его. Наши припасы на исходе, а мэр обещал помочь. Быстрее, пока бандиты не отрезали нас от города. Ты съездишь? Ну, мне по-любому туда, так что да, конечно. Но ты не подведешь. Не забудь, на твоем багги нет ни одного ствола. Если наткнешься на бандитов, удирай как можно быстрее в город. Там не так опасно. Я тебя понял, Дэн. Спасибо и бывай. А теперь...
Поучаствую в гоночках. Эй, вижу ты. Да. И да, чего? Баги неплох. Но если ты хочешь найти что-то получше, отправляйся в источник. Поговори с Джеки Виксом, который заправляет там гонками. Он может помочь. Я услышал тебя, Феликс. Но мы по-любому будем в городе. Город называется Источник, город на востоке. Но надо будет поговорить там с мэром. Да и там, в принципе, движуха. Там какие-то гонки еще будут. Хочешь попробовать? Я так полагаю, что за гонки мы будем получать всякие улучшения на машину. Да, да, удачи. Хочу. Погнали, покатаемся. Что ж, первая наша гонка, хорошо. Я вот параллельно этому прохождению сейчас играю в Assassin's Creed Odyssey, в Stalker и в Subnautica. И знаете ли, мне Rage очень сильно нравится. На фоне даже этих игр замечательных, Rage очень хороша. Трасса Дюрара. Итак, тебе рекорд 45 секунд. До флага и обратно. Смотри на карту. Просто, ага. Но помни, прямой путь не обязательно самый легкий. Да, я тебя услышал. Хорошо. У тебя все готово? Да. Если побьешь мое время, установлю тебе турбонаддув. А сейчас у меня ускорителя никакого нету, да, по идее? А, нет, есть. Что-то я по длинному пути поехал. Нахрена? Не в ту сторону, но в смысле? Ну, короче, я понял, да? И вы поняли, я думаю. Опять не в ту сторону говорит. А куда ехать? Моя первая гонка, я ее зафейл. Зафейлил. Ну, как... Что такое-то? Ой... По логике вещей, мне надо доехать до туда и обратно. А чё он меня путает, что не в ту сторону я еду? Во, это потому что, наверное, флажок я не задел. Всё очень просто. Дэн, готовь турбонаддув. Есть контакт. 32 секунды. Ну, отлично. На стареньком багге-то. Двойной поток. Награда получена. Здорово. Дюрара, спасибо большое. А он уже установил турбину или как? А можно с тобой еще поговорить? Не забудь, если тебе нужно будет починить машину, доставь ее в гараж, и я займусь ею. Окей. Я тебя понял. Ну что, в город теперь. А можно нажать вот прямо мастерская Дюрара. Ну да, я так полагаю, что он поставил уже турбиночку. Хорошо. Надо бы сохраниться тогда. Сохраниться и на восток, в город, в источник. Говорить с мэром. Говорить со многими другими новыми персонажами. И вообще... На связи. Помни, на этом баге нет оружия. Доберись до города как можно быстрее. Да-да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Идите в... То самое место, ты ё-моё, ну что такое? Ну, в принципе, они не то чтобы больно по мне бьют. Блин, их уже трое, вот это проблема. Хотя, три косарылых ублюдка, не то чтобы и проблема, да? Тут еще и башня стояла. Так, до источника мы доехали, нужно будет починиться, нужно будет много чего сделать. Ну, здрасте. Машине туда ясно. Ясен пень нельзя. А гараж здесь. Неужели мне тачкой тут ставить придется? Серьезно? А, или, наверное, с ним надо поговорить, и тогда он меня пустит. Стой, где стоишь, чужак? Ты по делу? Конечно. По собственному. Хочешь увидеть мэра Клейтона? Подожди, я доложу. И стой смирно. Да не вопрос. Алло, человек к вам пришел. Кажется, от Дэна. Интересно. Пусть заходит сейчас же. Э? Мэр тебя примет, но есть один момент. Да-да. У нас в источнике свои правила, и чужаков здесь не любят. Не выпендривайся и помалкивай. Тогда все будет в порядке. Народ здесь адски подозрительный.
Они не станут просто так тебе доверять. Мой тебе совет. Ни во что не влезай. Может быть, Соломон... Ладно. Проблема в том, что короче, тебе не доверяют. В город и прямо через двор контор мэра. Не промажешь. Хорошо, спасибо. Так, подожди, а на машине-то я могу туда заехать? Нет, мне бы очень хотелось. Не могу. Очень жаль. Очень-очень жаль. Ну ладно. Спасибо, Соломон. Спасибо тебе, друг. Наверное, правда, ему мало кто доверяет, поэтому вот он и распространяет инфу, что здесь народ недоверчивый, что вообще лучше не лезть никуда. И вообще лучше охранником работать, да, Соломон? Тоже важное дело. Итак, источник. Ну, здравствуй, большой город. У этой машины ствол. Хочу такой же. Привет, Калеб. Если нужны гонки, иди к Джеки Виксу. Он на том конце города, не пропустишь. Ищи о, большую шериф. Надувную гориллу. Большая надувная горилла, да? Хорошо. Гараж Мика. А как мне наверх подняться? Ух ты, кто-то еще носит эту странную одежду. Да, я ношу. А можно с тобой поговорить? Нет, нельзя. Давай послушаем мэра. Новичок. Приветствую тебя в нашем городке. Это приличное место, и правительство редко сует нос в наши дела. Ну, слушай, круто. Не знаю, откуда ты, но мы в источнике рады всем. Если ты еще не говорил с нашим мэром, иди к нему поскорей. Да, Айден, я вот как раз и собирался. Я вижу, что мэр наверху. Шериф, это же он, да? Ой-ой-ой. Прямо вот смотри, надпись «Осторожно», какие-то буйволы в подворотне. Хантер, привет. Новенький здесь. Странник, а? Ну да, выглядишь ты странно. Я-то странно выгляжу. Ты себя видел, гном? Переросток. Я видел их. Мутанты. 10. Нет, 20. 40. Я рядом был. Они кого-то схватили и разорвали на части. Тебя же и разорвали. Почему я отсюда ни ногой? Ни за что. Да ты смельчак. Вообще понять можно. Говорят, мутанты наступают на поселение. Люблю маму. Скоро будут ломиться в городские ворота. Сволочи. Увидишь мутанта, убей на месте. Одни беды от них. Да я так и делаю. Могу тебе заверить, я так и делаю. Теодор? Вот что я скажу, странник. Ты тут веди себя тихо. Не стоит привлекать к себе внимание, а то правительство захочет с тобой поговорить. И это тебе не понравится. Да, ворот, я манал, это правительство. Кавендиш, с тобой никогда не поговорить, а ты молчун Остин. Я так понимаю, хорошо. К шерифу нам сюда. А может, все-таки шериф и мэр это разные вещи? Есть кто? Делин, вставай немедленно. Сэр? Да, шериф и мэр это разные вещи. Не знаю, почему я решил, что это, типа, то самое, что мне нужно. О, бандосы сидят. Во что играешь? Он по-любому играет, типа, зачем здесь еще компьютер? Ну ладно, хорошо. Мне сказали прямо вперед пройди, через двор не промажешь. Я пошел что-то там по подворотням искать в обходные пути. Шел к шерифу. А, вот офис мэра, господи. А, стопэ. Офис мэра направо. Окей. Ну-ка. Привет. Джекпот закрыт. Это правительство постаралось. Да что за правительство-то? Хочешь поиграть? Ищи любителей, которые играют сами по себе.
Ты играешь? Если нужны деньги, подумай об этих играх. Играх. Всегда найдется дурак, готовый рискнуть своим баблом ради того, чтобы забрать твое. Ну, типа я, да, такой же дурак. Я еще и топографический кретин. С тобой нельзя поговорить больше, да? Ну, странно. Ну, ладно. Как-то здесь очень круто. Но я не вижу офис мэра все-таки. А ты хоть знаешь, во что ты одет? Я-то да. Это называется одежда, Джинни. Я уже давно не видела людей в костюмах из ковчега. Ты сильно рискуешь. Будь осторожен. Попадешься правительству, моргнуть не успеешь. Никто не должен знать, что ты из прошлого. Ты здесь не светись особо. За таких, как ты, обещают большую награду. Тебе повезло. Я ненавижу правительство больше, чем люблю деньги. Слушай, а расскажи мне, пожалуйста... Пропал. Расскажи мне, пожалуйста, а где мэр у вас соседает? Ясно. Здрасте. Хочу с вами сыграть, можно? Брось. Убивайте мутантов, чтобы не дать им добраться до шерифа. Каждый бросок убивает одного мутанта. Чем меньше бросков, тем выше множитель. Удачи. Ставка 25 баксов. Давай. Приз десяточка. Так, неплохо. Троих. Троих вынесли. Нормас. Ну-ка, бросок. Отлично. Слушай. Да, изичная... Изичная победа, по-моему. Давай еще 25 поставлю. А, ай-яй. Так. Ай-яй. Теперь двоих. Ай, зараза. Ну ладно, мне надо было проиграть, чтобы понять, каково это, да? Бросай. Я готов еще раз сыграть. Брось. Да твою мать. Брось. Ты издеваешься. Да, серьезно. Я слил бабло. 342. Да. Ладно, последний раз. Честно-честно, последний. Минус 2. Отлично. Давай еще, пожалуйста, двоих. Раз. О. Шикарно. Победа. Приз X4. Сатен подняли. Но мы в плюсе, как бы. Так можно делать деньги. Окей. Окей. Здорово. Привет. Я смотрю, вот здесь свежак один висит, да? Это город мэра Клейтона. Он основал его, а потом согнал нас всех сюда чуть ли не пинками. Говорит, чем нас больше, тем безопаснее. И он прав. Здесь ты можешь ничего не бояться. А вот пустошь — другое дело. Да, что сможет сделать огромная толпа обосранных от страха людишек против мутантов? Старина Клейтон — отличный мэр. Он заботится о городе и его жителях. Да ну а где он? Так. Я вообще куда-то далеко ушел, по-моему. Мэр Клейтон. Ладно, я полагаю, что... Я пропустил его на первой улице. Дальше, на самом деле, у меня больше ведет интерес к городу. Я хотел посмотреть, что туда как. По большей степени это логично, если мэр будет на первой улице. Потому что если мы будем уходить на миссии какие-то, то возвращаться нам нужно как-то быстро, а не проходя весь город. Так что с точки зрения геймдизайна, расположить мэра надо приблизительно вот здесь. Так что давай зайдем туда, где закрыто. Значит, мэр у нас вот тут. Да. Да, так и есть. Ведь у нас даже был указатель. Я топографический кретин, отстаньте от меня. Добро пожаловать, друг. Привет. Источник — лучший городишко в наших убогих краях. А главное, он достаточно далеко от постов правительства. Тот самый добрый и дружелюбный народ в мире, не то что эти ваши бандиты. Ну, хватит об этом. Говорят, у тебя ко мне послание от Дэна. Давай сюда. Стопы, а кто говорит? Это раз, а два... Это что, не единственный? Ух ты.
не единственный. Хотел я спросить. Город. Ты глянь, Bethesda как издатель тоже решила оставить здесь пасхалочки, да? Фигурка мальчика из убежища. Извини, я заберу твою игрушку. Клейтон. Опять проблемы с бандитами в поселении? Жить там — это большой риск. Смертельный риск. Ну что ж, я достану все, что надо. Но на это уйдет время. Не знаю даже сколько. Дэн тебя уважает, раз доверил такое дело. Что ж, приму это к сведению. Живи в источнике, пока я ищу припасы. Но не в таком виде. Не хочу, чтобы за тобой явились шпионить агенты правительства. Так что смени этот костюм ковчега на что-то поновей. Сходи и найди торговца. Купи одежду. А эту засунь куда-нибудь, чтобы никто в городе ее больше не видел. Слейся с толпой, понял? Да, конечно. А вот, где? Рад, что мы друг торговец. Друга поняли. И возвращайся. Есть один разговор. Хорошо, найти в источнике магазин одежды надо. Есть что еще с кому ездить, нет? Нет. Не могу закрыть. Вот, теперь могу. Ну, я так полагаю, что теперь-то эта дверь открыта. Ни хрена, написано открыто. Камон. Бар. Привет, дружище. А, дружище. Ну ладно. Как-нибудь потом зайду. Джекпот. Джекпот. Та-т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 а
Кит. Ассасин Кит. Слушайте, где магазин-то? Outfitters. Может, где-то тут. Да! Кофер, привет. Гость из прошлого пришел ко мне. Ну, правильно. Больше-то никому ничего не надо. Ну, давай поговорим о твоем костюме. Ты можешь выгодно сбыть мне его, а я взамен подберу тебе что-нибудь, скажем так, менее заметное. У них у всех уникальные характеристики. Какой лучше выбрать, решать тебе. Давайте сначала почитаем. Мне бы было бы классно, вот да, спасибо, чтобы текст ушел. Житель пустоши. Слейтесь с толпой и получите скидку на все денежные покупки, не включая автозапчасти. Закаленные боями хулиганы. Ваша защита от всего, что ранит, исключая транспорт, увеличена. Фабрикатор. Выходите на профессиональный уровень. Улучшает все полезные штуки, которые вы собрали, исключая на карманный клапан, прошу прощения. Мне нравится хулиган. Ну, конечно же, мне нравится скидка на все покупки. Наверное, я буду все-таки хулиганом. Хочу защиту хорошую. Да? А, хулиган. Очень хороший выбор. Помни, я продаю и покупаю любые товары. А давай тогда поговорим с тобой. Есть эксклюзивные вещи. Смотри-ка, здесь есть за $250 улучшение брони, дополнение для доспехов, которые у вас уже есть. Магазин для дробовика. Стреляйте больше, заряжайте реже. 250 тоже баксов стоит. Базовая колода для игры Ярость. Слабенькая, конечно, но для начала сойдет. Колода для игры Ярость. Оно нам понадобится? Ингредиенты. Схемы. Создание комплект мамаш, которые бьют так же больно, как и толстячки, но к тому же могут быть остановлены только стенкой. То есть насквозь проходят. Мини-ракет, крылопалки. 50 баксов стоит рецепт крылопалок. Турель, которая обстреливает все движущиеся объекты в зоне поражения. Такая
типа бдыщ-бдыщ, взрывчатка. Интересно. Очень интересно. Хочется, конечно, эти все рецепты купить, но надо сейчас думать, наверное, сумму. Можно взять вот эту схему, да? 392 доллара останется. И, допустим, улучшение для брони. Давай так и сделаем. Улучшение для брони. Схема крыла палок. И, наверное, все-таки колода для новичков в карты. Да. Доброго дня. Да-да, спасибо большое. А, нет, не пауза, не пауза, спасибо. Хочу посмотреть, как создавать эти самые крылопалки. Ну, слушайте. Нет, я, наверное, все-таки лучше для замколомки буду хранить детали. Интересно, а с одной штуки сколько делается? Блин, хочется проверить, но... Но. Поторгуем? Да. Дай мне, пожалуйста, шестеренку одну. Спасибо большое. Приятно иметь с тобой дело. Мне тоже. Хочу, чтобы у меня была замколомка одна. Отлично. Можно вернуться к мэру Клейтону. Деньги все я потратил. Благо, у меня есть... Блин, надо было нафармить их здесь. Благо, у меня есть... запас патронов хороший. Ну-ка, давайте сыграем еще. Бросай. Давай на десяточку. Минус 10. Зашибись. Зашибись. Охренительно, спасибо. Минус 10 долларов. Давай еще раз. Минус 20 долларов. Come on! Есть! Да, очень неплохо. Победа... А, победа десятка? Лол, то есть чтобы... Ну, блин, я сейчас сру 25 баксов. Приз X10, да? Минус один. А-а-а, отхода. То есть X10 я бы получил 250 долларов, если бы сразу выбил. Сейчас X4 приз. Да ё-моё, камон. Нет приза, это просто вернуть деньги свои можно. Или всрать 25. А-а-а, вон оно чё. Видишь, как всё томно-то. Подожди, я хочу вернуть свои деньги. Так. Нет приза. Ну да-да. Кажется, игра меня развела на бабло. Давай. Ну давай, ну хорош ты, ну что за дрищенские броски? Так, неплохо. Нет приза. Зашибись. Плюс нет приза. Вернулся и 5 долларов. Все, все деньги. Давай. Раз, два. Бам-бам, бегала. Да ладно! А, иди ты! Ну и все, ну и пошел ты, жулики, хулиганы. Да, я сохранился, я знаю, но... Пропал без вести. Это будет нечестно просто. Внимание, жители и посетители источника. Одного из наших граждан похитили бандиты из клана призраков. Мы ищем смельчаков, которые готовы проникнуть в убежище клана и найти похищенного. Работа опасная, но она хорошо оплачивается. Найди следы пропавшего гражданина, чтобы получить награду. Вопрос. Ладно, пусть открыто будет. Привет. Так-то лучше. Теперь ты похож на нормального честного труженика.
Есть еще одна проблемка. В моем городе нельзя просто бросать машины на улице. Мы культурные люди, у нас есть правила. И раз уж ты собираешься тут пожить, найди, где парковать свою колымагу. Зайди по дороге к Мику в гараж. Он поможет. Понял? Ну да, это как бы предельно понятно. Сходи к шерифу Блэку. Припасы для Дэна уже у него. Тебе понравится наш шериф. Хорошо, Марк Лейтон, спасибо. Блин, 90 баксов просто так слил. 90 или... Нет, или 70, не помню. Ладно, Мик. Мик, привет. Так, так, так. Здорово, приятель. И что тебе надо от Мика? Арендовать место в гараже. Ах, гараж. Тогда ты пришел по адресу. Могу предложить лучшую сделку в пустошах. Ты отдаешь машины в починку только мне и знаешь что? Аренда будет бесплатна. Как тебе? Но хороший вариант. Я вижу, ты достал одну из тех раций. Адски удобно, может пригодиться. Если где-то застрянешь и потребуется буксир, только дай знать по рации. Как тебе мой сервис? Эта дверь ведет в твой гараж. Но можешь проехать до главных ворот снаружи, и я тебя впущу. Проще простого. А, кстати, добро пожаловать. Мик просто душка. Так. Ага. Все мои машины, так скажем, тут. Кстати, смотрите. Реактивный. Он не тот, который я подогнал Дэну. Он тот, который Дэн мне дал. То есть... Такие пироги. Цена 17 долларов ремонт у меня. Да, я... С удовольствием, конечно, все поменял тут. А можно продать этот ускоритель? Установить его только можно. Интересно. Так, источник, да. Мне же надо еще к шерифу зайти. Держись от него подальше, незнакомец. Не воняй, друг. Не воняй. Шериф Блэк. Шериф Блэк. Добрый день. Да, угадаю. Кажется, Клейтон о тебе говорил. Да, ты, видимо, да. Посыльный от Дэна. Боюсь, все не так просто, дружище. Я не отправлю все эти припасы на невооруженном баге. С таким же успехом их можно просто выбросить. Вот что, зайди-ка к Расти. Он у выезда на трассу. Он поможет тебе с оружием. Ясно? Да. Сначала добудь пару столов, затем отправляйся в путь. Обратись к Расти, ты знаешь, он у входа на трассу, он поможет тебе с оружием. Найди себе пару стволов, и я отдам тебе припасы для Дэна. Хорошо. Шериф Блэк тоже просто душка. Заботится о безопасности груза. А где выход на трассу? Я знаю, я не знаю. Кавендиш, привет. Так, там игроки. Джейк. Мы всегда рады новым гонщикам. Джейки Викс. Новенький в городе. Расти, привет. У меня все, чтобы твоя тачка не скрипела. А у меня денег нет. Слушай сюда. Я принимаю только гоночные сертификаты, которые можно выиграть в заездах. Так что, если хочешь иметь со мной дело, поговори сначала с Джеки Виксом. Он всегда ищет новых гонщиков. Не вопрос, не вопрос. Я так и хочу. Выиграть достаточно гонок, чтобы купить оружие для багги. Эй, друг! Изи. Ты похож на гонщика, если я хоть что-то смыслю. Хочешь рискнуть на трассе, выиграть пару сертификатов? Да, поверь, да. Поверь, они тебе реально пригодятся. Я же, мать его, хулиган. Приветствую. Меня зовут Джеки Викс, и я заправляю всеми гонками...
в источнике. Вообще всеми. Если хочешь испытать себя, иди поговори с Тощим, моим партнером. Он может записать тебя на заезд. Возвращайся. Я буду очень рад видеть тебя на трассе. Окей. Тощий это... Нет, это не ты. Не очень ты похож на Тощего. Тощий это ты? Нет, это не ты. Тощий? Нет, это Серафим. Тощий это ты? Тощ... Да чтоб тебя... Приветствую, да, странник. Ты Тощий, привет. Ты похож на гонщика. Готов выиграть пару гоночных сертификатов? Да, для этого сюда и пришел. Привет, дружище. Еще Мое раз, имя привет. Карл, но все зовут меня Тощий. Смешно, да? Потому что ты Тощий, Карл. Гонки — это ко мне. Посмотри списки заездов и выбери то, что тебе по вкусу. Если проходишь по требованиям, мы тебя берем. Все призы указаны в сертификатах. Ну, ты знаешь, неплохо, например, прокачать тачку у Расти. Все этого хотят. Я не исключение, мне нужны пушки на машину, поэтому, да, погнали. Вам нужно еще 45 сертификатов. Хо, ну давай, ладно. Класс баги. За 3 круга победи рекорд, чтобы получить максимальное число гоночных сертификатов. Придите первым после 3 кругов гонки с пулеметами, чтобы получить приз. Придите первым после 3 кругов в чистой гонке, чтобы получить приз. Так, ну давай сначала вот это. Побиваем рекорд, получаем 15 сертификатов. Потом следующее, получаем еще 15, да, если первый приходим. То есть 30. Потом следующее уже с пулеметами. И у нас в итоге 45, и мы переходим типа на новую карту. Вот какой здесь принцип работает. Ладно. Ладно, но после 2 гонок мы сможем поставить пулеметы, судя по всему. Что за штуки? Восполняет мне бой за этот, я понял. То есть в идеале прям на полном ускорении ехать нон-стопом, да? Второй заезд надо было понизу ехать. Я хотел проверить, остаются ли они еще раз или нет. Три круга в итоге надо было. Я что-то не посмотрел на это. Ладушки. В принципе, у меня энергия восстанавливается и сама по себе. Просто со временем, так что не проблема подождать. Победа, господа. Минута 40. Отлично. Пришел первым, ачивка еще. Окей, первые 15 сертификатов. Дальше уже будет гонка с противниками, то есть не на время, не сам собой. Это хорошо, прикольно. Но мне кажется, что получить прям хорошее улучшение, нам нужно будет прям хорошо так пофармить на гоночках. Посмотри доступные заезды. Вот, первым после 3 кругов чистой гонки. Ну да, ну да. Чистая гонка. Но тут уже, я говорю, соперниками. Без пулеметов, конечно. Но тоже 3 круга. Я не знаю, буду ли я фармить. Может быть, вне серии нафармлю. Чтобы нам легче было проходить. Ой, я пропустить нажал случайно. Извините. Собака же сделал. Кто тебя пускал вообще? До свидания, братан.
Простите, простите, пропустите. В принципе, восстановление, кстати, происходит достаточно быстро, поэтому можно прям практически нон-стопом ехать на ускорении. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, бодаться — это непозволительная роскошь. Хорошо, я, в принципе, запомнил, ладно. Второй круг. Мы тут страдаем ерундой какой-то. Место первое, в любом случае, хорошо. Мы его достаточно быстро вернули. И готовы закрепить сейчас на третьем кругу. Победа, господа. Отлично. И это значит, что у нас еще 15 сертификатов. Я уж не знаю, можно ли перепроходить эти гоночки, чтобы получать еще. Но сейчас, я думаю, это проверять не буду. Сейчас мы с вами пойдем просто поставим пулеметы. Так, Джеки Вик, с тобой уж поговорить не надо. Таких привет. Таких частей нигде не найдешь. Че ты ищешь? За деньги ничего, а вот правильно, а вот за сертификаты, пожалуйста. Если у вас есть ракеты, у бандитов нет шансов. Ракетометы, конечно же. И смотри-ка, один из последних символов давно вымершей расы разработчиков игр на сетевой сгруппе ID Software. Гарантированно делает вид водителя еще более крутым. Череп тоже из Дума, да? Или из Quake, господи. Вертолетные пулеметы. Поймайте врага, перекрестите прицел и устроите кровавую баню. Давай. То есть и то накупил. Отлично. Патроны. У меня есть 16 ракет. 800 патронов. Ага. Допустим, если я сейчас поеду еще одну гонку выполню, то... вот, с шипами. Я смогу, допустим, вот эти шины с шипами поставить. Пойдем еще одну гоночку выполним. Привет. Посмотри доступные заезды. Нет, я думаю, нам уже не дадут, да, новых... новых сертификатов, если мы сейчас повторим гонку, да. Хотя... непонятно. Ладно, давай гонку с пулеметами. Не спать. Единственное, что вот мы сейчас прокатимся в гонке с пулеметами, а денег на восстановление боезапаса у меня нету. Что, конечно же, печалит. Что, конечно же, обидно. Что, конечно, совсем плохо. Очень-очень-очень плохо. А давайте, знаете что? А давайте мы будем не будем использовать просто их. Или ресурсы восстанавливаются тут. Оружие отключено. Починка. Я сказал, не буду использовать, и использую. Так, оно вообще, по-моему, нереально ехать впереди. Да. Ну да, это патроны. Мы по дороге собираем патроны, так что окей, используем их. Коварная гоночка получается, потому что в любой момент я могу потерять это самое первое место за счет вот этих извергов сзади меня. Так, на второй круг я доехал уже с большей половиной, чем... больше, чем половина ХП у меня.
Сейчас давайте сносите. Вот так. До свидания. И здесь перед финишем я уж как-нибудь выиграю. Выставлю, точнее. Да, это третий круг и прыжок, победа, первое место, отлично. Самый сексуальный гонщик на земле. Определен. 15 сертификатов наши. Открыта новая карта. И, конечно же, еще и шипы на колеса мы сейчас с вами поставим. Глянешь мои товары? Как будто он сказал, не продам запчасти, а братан, запчасти. Так, шипы я поставил. Теперь спасибо тебе большое. Пойдем к шерифу. Блин, какой источник классный-то. Мне нравится. Я рассчитывал, что я на гонках еще деньги буду выигрывать. Эх, ублюдки. Ублюдки. Другого слова нет просто. Поговорите с Салли в баре, у нее выгодное предложение. Салли? Нет, это Спектр. Это бар вообще? Да, это бар. А правительство говорит, что цены на Салли, выбрали. Привет. Да. Вот что я тебе скажу. Без репутации ты ноль. Если хочешь, чтобы местные хорошо к тебе относились, заслужи их уважение. Не знаешь как? Очисти дороги от бандитов. Здешние обитатели сразу тебя зауважают. Да и мой бизнес пойдет в гору. Я заплачу за каждого бандита, убитого в пустошах. Выгодная сделка для нас обоих. По рукам? Да, конечно. Отлично. Похоже, ты начинаешь понимать, что к чему. Уничтожать технику бандитов по заданию Салли из бара «Второй шанс». Слушай. Очисти дороги. Уничтожишь машину бандита, я заплачу. Здорово. Машину я, конечно же, уничтожу. Как раз когда приеду к тебе, получу бабки свои. Здорово, здорово. Поллард. О, с днем рождения, Поллард. Тебе 65. Дала, здравствуй. Слушай, странник. Найдешь в пустошах бутылки с водой? Кофер хорошо заплатит. Не дадим правительству поднять цены на воду. Я понял тебя, хорошо. А что за комикс ты читаешь? Интересно, ё-моё. Ричард. Джейкоб. Ух ты. Смотри-ка, Хендрик. Наш бродяга из ниоткуда. Хочешь попытать счастье в картах? У меня денег нет. Итак, простая карточная игра. Правила понять легко, тонкости можно постигать всю жизнь. В общем, вот как мы играем. У каждого своя колода. Да-да, своя. Из нее ты выбираешь карты, которые, по-твоему, должны сыграть. Чуток удачи, чуток стратегии, ты победитель. Я тебя услышал. Easy to learn, hard to master, да? Ну, чья колода сильнее? В зависимости от уровня сложности вы получите некоторое количество очков, которое можно потратить на колоду. Карты бывают нескольких типов. Ближнего боя, дальнего боя, лечащие карты. Карты, мины и автомобили. При создании колоды постарайтесь создать оптимальную комбинацию атакующих и оборонительных карт. Если вы уничтожили все карты противника, то победа достается вам. А если потери с обеих сторон равны, поединок заканчивается в ничью. Способность карты, количество, тип урона, здоровье карты, стоимость карты. Но. У меня нету денег. Все очень просто. Так бы я, конечно, с тобой сыграл. Слушай, а можно с тобой поторговаться? Я понял. Ладно, дружище, сыграем, когда я приеду с пустоши. Обязательно сыграем. Что-то я какой-то круг дал вокруг города. Можно было к шерифу побыстрее дойти. Но если бы я не дал этот круг, мы бы не встретили Салли. Привет. Отлично. Это оружие защитит тебя. Иди, забирай припасы. И если кто встанет на твоем пути, порви его в куски. Отлично. Отправиться на запад в поселение Хагар. Но мы с вами, ребята, на этом закончим. Опять длинная серия вышла. Но, в принципе, это неплохо. Посетили с вами источник. Здорово, по-моему. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся. В следующей серии, собственно, дальше круче.
Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, вы обидели кого-то зря? Календарь закроет этот лист. Ну а вот приключения спешим, друзья. Эти байкоходы машинист.